На территории Славянского района еженедельно по выходным проводится ярмарка выходного дня, на которой цены на продукты питания установлены на 10-15% ниже рыночных. Какие преимущества в организации таких ярмарок видят покупатели и продавцы, узнавали наши корреспонденты. Купить продукты без посредников – такая возможность на сегодняшний день есть у жителей Славянска на Кубани. Ярмарки выходного дня созданы для того, чтобы снизить социальную напряженность, позволить людям покупать продукты по доступным ценам. Отсутствие посредников позволяет устанавливать низкие цены на основные товары, а значит, покупателям не приходится переплачивать за продукты. Наценки на товары первой необходимости здесь не выше установленной нормы – не более 10-15%. Михаил Грин не первый год занимается личным подсобным хозяйством. На ярмарке он представляет овощную продукцию, которая здесь значительно дешевле, чем на рынке. На торговом прилавке Михаила в широком ассортименте овощи, выращенные на огороде. В основном у нас упор делается на картофель, на капусту. Неплохая редька получилась в этом году, как ни странно. В прошлом году был урожай лучше, но были немножечко другие погодные условия. А в этом году очень жаркое лето. Просто жарко было и много чего не получилось. Ярмарки выгодны как продавцам, так и покупателям. Первые имеют возможность реализовать свою продукцию, вторые – приобрести товар высокого качества и по доступным ценам. Продукция Новикова Михаила Николаевича, больше 20 лет на рынке. Продукция самая вкусная в городе. Поставляем школам, садикам, техникумам, также на рынках города. Соленья, маринады, больше 40 наименований. В качестве товаров, представленных на ярмарке, жители могут быть уверены. Ведь все выращено на нашей кубанской земле. Одним словом, натуральная продукция. Очень хорошо, что в такие дни, когда, в принципе, все не на работе, а это выходные дни, могут прийти огромный выбор товаров разных. Здесь и продукты питания, которые привозятся откуда-то, здесь и те, как мы поняли, которые выращивают еще до сих пор. Я считаю, что это замечательно, когда люди выращивают сами все свое. Вот здесь нету посредника никакого, понимаете? А вот человек вырастил, он берет продукт, несет на рынок, я покупаю, она выходит дешевле мне намного. Вот это я считаю, что молодцы. Выйдя в выходной день на ярмарочную площадь, всегда можно найти качественные и недорогие продукты кубанского производителя. Овощи, фрукты, молочная продукция, рыба, мед, соленья. Все это везут на ярмарку славянские сельхозтоваропроизводители. На ярмарке были представлены известные в районе предприятия переработки. Славянский консервный завод «ЗАО «Приволье», молочная продукция которого пользуется большим спросом. Рядом рыба вяленая, холодного горячего копчения черноярковского рыбцеха, кондитерские и хлебобулочные изделия Славянского хлебозавода. Каждые выходные славянцы спешат за покупками на рынок. И перед ними разворачивается ярмарка, которая удивляет разнообразием товаров, качественной продукции и доступными ценами. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».